И сегодня стало известно, что в больнице скончался один из пострадавших во время взрыва на заводе «Алкид» под Минском. Об этом нам сообщила официальный представитель Следственного комитета по Минской области Татьяна Беланок. Известно, что сотрудник предприятия был доставлен в больницу в тяжелом состоянии и сильными ожогами. Ему было 32 года. Ну а Следственный комитет продолжает расследование уголовного дела по факту происшествия на заводе. Изъятые на месте материалы и пробы сейчас исследуют эксперты. В причинах и обстоятельствах разбираются сыщики. По постановлению следствия эксперты проводят ряд экспертиз, в числе которых пожаротехническая, взрывотехническая, строительно-техническая и иные исследования. Следственное и процессуальное действие по установлению точной причины взрыва, а также иных обстоятельств произошедшего, продолжается. Взрыв на заводе «Алкид» в деревне Королев-Стан прогремел утром 22 мая. Во время ЧП пострадали 4 человека, включая директора предприятия. Двое из них были доставлены в реанимацию БСМП в тяжелом состоянии. У одного пострадавшего диагностировали ожоги 55% тела.